Водопады ездить, там не размываются? Водопады вообще, это? Нет, ну вот, нет, самые такие водопады не пускают, нет, потому что там закрыто, там опасно. Вот есть здесь самый водопад классный, самый большой в Азии, называется Тиласу. Он находится между Чингмаем и Бангкоком. Потрясающий водопад, он офигенно красивый. Ну вот мы ездили перед самое начало сезона дождей, когда воды уже много, но еще не настолько, чтобы его закрыли, чтобы она, потому что когда воды много, она становится мутная, грязная, знаешь, глиняного цвета. Вот мы сегодня видели. Да, она, к сожалению, когда сезон дождей, она мы такая. Мы ехали, какую-то это... речку проезжали, когда ехали с Чанзирая, да, это не значит, что она грязная. Это вот из-за глины этой она такая становится. Так вот, и чтобы вода такая была еще прозрачная, вот начало, еще очень здорово. А самый-самый вообще месяц для поездок? Ну, считается, что сейчас. Но мне сейчас не очень нет, нравится. Нет, а для вашего? Какое, по нашему мнению, лучшее время? Ты что, снимаешь, что ли?